Мотор, камера. Начали! Не дари постановку. Я буду снимать гениальный фильм. Тихо. Какие отношения у вас с бывшим мужем и встречаетесь ли вы с ним? Дуэль. Стреляться, значит. Клоун. Вот что мне нужно. Череп Ленина в детстве. Раджанов гений! За ним следят. Друзья, послушайте! Света! Свет! Какой я украинский националист. Я просто гений. Все! Все против меня! Арсений, умоляю тебя, оставь его. А тут еще говорится о том, что с Параджановым вы не просто дружите, а... Она Саят Нова. Она женщина, а Саят Нова мужчина. Я не понимаю, почему об этом должен знать кто-то еще. Знаете, смотрите, Сережа. Издевайтесь, бездари! Это право. Я этого подонка все равно сажу. По максимуму. Ему следует год, а я найду ему 5 лет. Зачем? Сука. Ты же по 121 сидишь, как петух. Прошение об условно досрочном освобождении отказать. За границей создали комитет в твою поддержку. Там Феллини, Годар, Мастрояни, Ив Сен-Лоран. Они все подписали воззвание о твоем досрочном освобождении. Ты уже 10 лет как труп, медленно умирающий от диабета. Впереди еще старость и импотенция. Он очень долго ничего не снимал, лет 15 уже. Снимать не буду! Шевели, 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 давайте. Придем к 10. Это меняет дело.